привет! Это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вам нанесут визит, которому вы не сильно обрадуетесь. Телец. Ваша жизнь в этот день будет наполнена особым очарованием и в жизни, личной, и на работе. Близнецы. Этот день будет раскрашен яркими красками праздника, поэтому к концу этого дня лучше отдохнуть от веселья. Рак. Вы будете довольны собой и сможете постоять за себя в трудных ситуациях. Лев. День сулит вам радости и любовные приключения. Дева. День будет полон сомнений, а в любви над вами будет нависать дамоклов меч расставания. Весы. День благоприятен для любых новых связей и знакомств. Скорпион. Этот день вы проведете столь же романтично и одухотворенно, как и все предыдущие дни. Стрелец. Для вас этот день будет похож на вкусный праздничный торт. Козерог. Неблагоприятный день для любых начинаний. Лучше провести его в тишине. Водолей. Если у вас есть вторая половинка, то от вас ей сегодня перепадет большой приятный подарок. Рыбы. Хороший день для бесшабашности и огромного драйва. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова